Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Так не люблю собирать портфель в школу. Не мое. Вообще не мое. Не мое даже в школу ходить. Шава, как дела? Я это раз. Никак. У меня завтра геометрия. Моя. Любимая. Блески, расчески. Тоже все надо переложить. Пиздец, люди. Просто пиздец. Пошла наверх. Тихо, не падай. Алина, привет. Блин, высыпалась. Господи. Все ушли. Пишите мне что-то. Это смотрю через Твиттер. Привет. Я устала. Мне еще читать столько всего. Так лень. Не для меня это чтение. Не знаю, не люблю. Блин, чего вы сидите через Твиттер? Мне так неинтересно. Я не знаю, кто сидит, смотрит. Все хорошо, блин. Просто я устал. Настя, привет. Что ты, как дела? Фу, блин, я пока не собрала все эти уроки, пока не все сделала. Уфу, ты что делаешь? Я, слава богу, уже закончила. Не, ну как, наполовину мне еще. Читать. Я только на эту пучку ведьму. Пиздец. Кому она впалась? Просто. Ответьте.
Нам не повезло. Нам очень не повезло. Конотопская ведьма. Чувствую, про себя буду читать. Услышала, что я сказала? Что такое, Лин? Что такое? Что там? Вот этот сочинение, какое-то смешное число. Я... Или шутка, то, что я про себя буду читать. Кто о чем разговаривает? Это еще немного, блин. Я читала больше, блин. У нас училка немного. Любит много задавать просто. Это родители. Постоянно о чем-то разговаривают. Это так громко, что просто. Мой папа очень громко разговаривает. А мама пытается тише, но тоже не получается. Конотопская ведьма. Как можно было так назвать свое, свое сочетание? Объясните мне. Как? То Маруся, то Конотопская ведьма. То... Что там мы читали? Не помню уже, что мы читали. Господи, эти сочинения, это такая боль просто на мозги. Я не понимаю этого всего. Зачем вот это все читать? Если захочу, я сама просто возьму и прочитаю. Укрлит это... Ни о чем урок. Просто ни о чем. Бля, хватит орать. Так. Столбали. Не дают мне трансляцию снять. Кстати, с праздником вас. Я не знаю, с наступающим, с уже наступившим, не знаю, с праздником. Что там еще нет? Спасибо. Это не Мрэк, это Настя. Это же Фальстина. Я ж съемная, я ее иногда снимала, когда с тобой гуляла. Вроде бы, не помню. Ну, иногда я, короче, снимаю. Иногда так просто впадло, поэтому я... Давай, пока. Скоро ехать на эту хрень, чтобы эту пластину мне там что-то подделывали. Вообще, я могу носить либо целый день, только, ну, то есть снимаю, когда чищу зубки и когда кушаю. Вот. Но она типа говорит, что ты можешь носить с 4 часов вечера. Но... Типа с 4 часов вечера, ну и до 8 утра, там, как я в школу хожу. Мне так неудобно, потому что я забываю ее одеть. В 4 часа вечера я одеваю там уже под ночь, либо вообще не одеваю, поэтому я попросила носить целый день, не снимая. Вот. Мне так, ну, отлично, наоборот.
и в школу с ней. Я ж, ну, а когда гуляю, приходится снимать то, что мне неудобно перед людьми. Когда, к примеру, там в кафе или где, мне неудобно перед людьми сидеть, это и снимать ее. Поэтому, ну, то есть, я ее дома оставляю. Давайте брови мне накрасим. Что вы делаете в своих трансляциях? Вообще, я за эту неделю ни разу не накрасилась. Как парни, просто. Кроме вот этой брови, что все, что с ними делаю, все. Вообще, эта школа вымотала меня. Мне бы вернуть каникулы. Пожалуйста, как я. Как выходила на работу. В общем, было круто очень. Вот. Благодаря каникулам, благодаря Новому году, все круто. Ну как, всё. Ну, практически. Ой, что-то меня тянет на сон. Кто меня смотрит вообще? Три зрителя с Твиттера. Вы такие молодцы. Вы же понимаете, что 100 баллов кричать. Понимаете, что вы мне не можете писать. И смысл почему-то сидеть. Смысл